6 пропущенных шайб, 41 раз соперник играл в большинстве. И более того, Донбасс дважды соперника огорчал. И последний раз это случилось не далее, как в матче с Югрой. Калинин на пятачке пытается пробить Лейтона, а Лейтон говорит нет. Заборский поднимает победно руки вверх, то же самое делает Пивцакин. Тарской площадке. Ну и давайте посмотрим еще раз, как тут развивались события. Вот оно, добивание Калинина. Одно, второе, третье. Шайба где-то там в ловушке у Лейтона. И вот с этого ракурса, наверное, наилучшим образом будет видно, что шайба-то в воротах не побывала.